Всем привет, с вами Онкель Снайк, мы продолжаем наше прохождение. Итак, как я и обещал, начнем серию с этой битвы. Священная Римская империя атакует смешанную франко-испанскую армию и франко-испано-наемническо-германскую армию под предводителем Феррана Гильельма. Ну что ж, попробуем. Убивайте всех. Ну что ж, вот такое построение я сделал. Стоят пикинеры. Стоят французские пикинеры. Здесь машина для убийства. Так, прострел для нее есть. Начинаем. Ух. Хотя нет, пусть сама стреляет. Пушку сразу в картечь. Так, эти ребята у меня в оборонительном построении. Так, и нам понадобится, наверное, легкая кава для распугивания их арбалетчиков. И аркебузеров, естественно. Давай попробуем этот маневр совершить. Так, сбоку идет пехота. Аккуратненько. Контролируем кавалерию. Нормально. Так, наши там заряжают. Ох, хорошо. Германские мечники со щитами, средняя пехота. Держим. Отходим. Так, тут какой-то огнестрел пошел, жесточайший. Сейчас, блядь. Сука. Петухи сбежали. Отбросили нашу каву. Рыцари вперед. Вот так вот. Пошла машина. Ох ты, прямой выстрел. Блять, двуручники. Входим. Пошло. Аркебуз назад. Так. Машина назад. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы атаку победим. Чарльз сбит. Пикинеры на месте, здесь безработные воины. Стоим. Пеший рыцарь империи. Пушка пострадала. Ополчение с вужами ждем. Здесь тяжело, надо отправить одного.
Все, мечники. Может, есть смысл. Может, есть смысл генерала отправить? Так, тут что? Блять, зацепились, да, Гена? Оу. Гена на фланг, арбалеты вперед. Нежная рукопашка. Швейцарские пикинеры. Швейцарские пикинеры стоять. Вперед сюда бегом. Спасать рыцарей надо. Так, давай, давай, давай. О, Гена лютует. Гена лютует у них. Надо рыцарей спасать. Обескровлен. Мы истребили половину его армии. Хорошо. Рыцари вперед. Гена назад. Арбалетчики. Убрать аркебузеров. Там фаланги стоят. Вот так. Снимаем. Следующих. Готов. Ха-ха. А вот это уже интересно. Бля, Кава вообще у меня удар не держит. Надо помочь. Построиться. Ну, бля, ну пиздец. Бля, наемники аркебузер, надо что-то посерьезнее, типа Гены. Хватай свою машинку. Так, закрываем этих. Так, вытаскивай. Все, побежали. Гена отработал наемный поздний. С бугра очень хорошо получается. Брать наемников. Не знаю, на каком этапе у них перезарядка. О, отлично, перезарядка работает. Точнее, уже заряжено все. Хоп-хоп. Снимаем поздних арбалетчиков. О-о-о.
Господи. Все-таки я тешусь мыслью, что ребята у меня погонят этих. Пока заряжают. Как все складывается в нашу пользу. Пеши рыцари феодалы. Если ничего не изменится, мы победим. Так, если наши успеют зарядить, то я хотел бы дать залп по вот этой куче. Давай. О, хорошо идет. О, хорошо по головам. Ох, какие шарики летят. Все, отлично. Так. Ну все, здесь помогает Гена. О, бля, опять у этих восьми с моралью вообще беда. Я понимаю, что тот... Хвала Господу. Продолжим. Я понимаю, что тот был 10-звездочный генерал, но... Ну, не такой же степени. Прославит доблесть. Так, ну что ж, неплохо. Че, почем там отработала наша... Наша машина смерти. Органная 80. Аркебузеры 25. Так, а пушка... 68. Неплохо, чисто картечью. Казнить. Нельзя помиловать. Продолжается ход. Так, Ноттингем, оружейники, да. Перемирие с кем? С Кипрами. Согласен. Так, тут понятно. Смотрите, в Луанде что творится. Ожидаемо они атакуют. Построили свои тараны. Ну, давайте. Так, доклад о строительстве. Сейчас я пробегусь быстренько. Все, Ноттингем отремонтировали. В Ноттингеме... Ну, тут так все слабенько. В принципе, начали строить башни с баллистами. И нанял я... английских воинов. Даже вот так можно нанять. Рыцарская пехота даже есть. Чем лучше они, чем эти. 10-22, 11-20. Нихера себе. Ну ладно, они пока недоступны. Так. Рад служить. Так, что я хотел сюда добавить-то? Вот этих. Этих. Объединяй войска, милорд. Ну что, атакуем. Сбросим этих в море. Сохраниться надо прежде. Выступаем немедленно. Чувствую, эта серия боевая будет. Мы вернемся с победой. 4 к 3. Поехали. Все, построение сделал в 2 слоя. Первые 2 ряда стрелковые. Также здесь находятся наши органные орудия. Только вот тут надо поменять местами как-то. Кава-кава, рыцари-наемники. Рыцари-наемники. Здесь тоже рыцари-наемники. Я хочу вот так поменять. Пошел обстрел. Ага,
Вот тебе и, блин, Empire Total War. Сука, эти не достают. Вперед. Вах! О, приятно. Так, наемники вперед. Отлично. Наемнички вперед. Сразу в атаку. Здесь наемники вперед. Пойдет. Атаку. Нормально, нормально. Болт, знай себе, нагибает. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Конечно, такая каша. Вперед. Пистолетчики. Давай. Их полководец бежал, как последний трус. Вперед! Победа близка! Враг обескровлен. Мы истребили половину его армии. Здесь Кава разберется. Здесь пистолеты строятся. Это не пистолеты, конечно, это все-таки типа аркебуз каких-то примитивных. Убрать наемников. Отлично. Говорить о победе еще рано, но пока наши воины одерживают верх. Вроде у наших перезарядка быстрее. Бежать некуда. Ух ты, блядь. Убрать их. Сука, стреляют.
Враги бегут с поля боя. Отлично. Покажем этим трусливым смердам. Все, готово. Пистолетчики мне понравились. Это победа. Прославит добрый... Понравились, понравились. Как быстро они перезаряжаются, да? Надо было только вывести из боя мушкетеров. Победа! Восславим Господа! Да. Так, здесь порядок. Кстати, знаете, что произошло? Папа Римского отняли Рим. Бандиты. Хо-хо-хо-хо. Пиздец. Пиздец, пиздец. Может взять Рим и отдать его папе? А вот и посол у нас тут есть. Оба, бля. Умер нахуй. Готовчик. Так. Папа Римский ни за что не сможет забрать свой город. Так, после разгрома немцев надо взять, надо перегруппироваться. Да? Марш! Что прикажете? Ваше величество. Что приказаний? Да? Что прикажете? Марш! Так, пушка. Так, вот этого сюда. Этого сюда. Даже, наверное, этого. Что приказаний? Что прикажет? Что приказаний? А? Так. Этого убираю. Рамино, отделяемся от армии. Что прикажет? Вперед! Ну, блядь, ты чё гонишь-то? Марш! До приказаний? Марш! Укажите враг. Ну чё, рискнём? 56 шанс открыть ворота. Приказывайте. Да сгинет враг. Да. Начинаем осаду. 3-2. Как интересно они себя поведут. Побегут на площадь. Ну я не знаю, что они сейчас будут делать. Мне кажется, на их месте было бы... Было бы правильно валить быстренько на площадь. Наш лазутчик открыл ворота. Вперед! На врага! Ну-ка, трибушет, давай проверим. Корову кинем. Мне главное понять, куда они ломанутся. Ну-ка, кинь. Хочу посмотреть, как полетит. Понятно. Так, пикинеры, наемники. Вперед. Арбалеты, наемники, вперед. Так, иберийцы.
наш потихоньку вперед. Так. Арбалеты вперед. Батя вперед. Германские рыцари-наемники. Ну вот их сейчас мы попробуем. Блять, баллисты, сука. А, блять. Хвала создателю. Мы захватили вражеские стены. Ой, ебаный в рот. Приказ выполнен. Пиздюки, блять. В нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Стоять. Сначала надо убрать кавалерию. Вперед, держимся. Отлично. Что и требовалось доказать. Ну все, теперь можно заходить. Угу. Было бы неплохо здесь бы вмазать по стене. Давай-ка подтянем трибушет. Я хочу сбить их со стены, чтобы здесь баллисты не работали. Прибыл, давай попробуем. Прикольно, через стену кидают. Так, пушка пока ждет. Я бы прям не ходил туда даже, а зачем? На нахуй. Все. Глушает, блять, куда стреляешь?
Типа сожгли одну. Все, стоять. Так, допустим, мы пробиваем стену здесь. Впереди у нас ворота и защитники. Таким образом, берем. Да. Мы пробили брешь в их стене. Ломиться в ворота здесь чревато большими потерями. Ёбаный в рот, дурачки, блять, куда побежали? Пиздюки, ёбаный в рот. Заходим, пиздец, блять. В атаку. Входим. Говорите, победе еще рано. Но пока наши воины. Стоять, блять. Что-то скорость высоковата. Собраться. Так, тащим пушку сюда. Генерала. Две терции. Всех арбалетчиков. Наемников и метательную машину. Так, ну что, уже лучше? Да, прижали здесь мушкетеров. А здесь прижали и добили оставшихся тех, кто был сбоку. Так, мы давай сюда. Половину его армии. Там тоже баллиста. В принципе, ну-ка. Что они нам предоставят? Могут противопоставить. Баллисту с одной башни. Или с двух. Пора отправить наемников на дело. Хорошо кидает, сука. Вперед. Вряд ли они тут пройдут. Попробуем убавить башню одну. Ликвидировать. В принципе-то можно и ворваться. Вперед. Вперед, наемники. Так, тяжелая пехота. Ну, в принципе, что ждать? Говорите, победе еще рано. Но пока наши воины одерживают верх. На стены.
Это ничего страшного, если некоторое количество будет убито. Да, это надолго. Пиздец. Как все складывается в нашу пользу. Надо отбросить вот этих вот. Мы победим. Сука, нихуя у них чардж. Пиздюки, блядь. На стену. На стену. Пока наши отвлекают. Вперед на стену, блядь. Последнего убейте, блядь. Кратили, отлично. Все, работаем. Надо выйти. Пехоту я выведу. А наемников оставлю. Построиться. Дай пушку уже все. В атаку. Ох, как хорошо они. Убавляют мне стоимость содержания наемников. Да этих рукопашку надо тоже отправить. Рубится. Бля, ну вот это вот вообще меня очень, блядь, интересно. Так, наемники пока убавляют. Мы продолжаем накрывать. Своих и чужих там всех. По методу Рамси Болтона. Ох. Ага. Всех кроем и своих и чужих. Готов, капитан. Вражеский полководец мертв. Пока все складывается в нашу пользу. Если ничего не изменится, мы победим. Этой победой, да, отлично, восхитится весь христианский мир. Тяжеленький замок, почти один к одному. Забираем. Так, ремонт. Орудийные башни, наверное, поставим. Все,
с тобой прощаемся. Прощаемся. Пики, арбалеты. Всех сюда. Сохраниться. И на сегодня у нас с вами еще... О, нифига. Не желаю слышать вашей полтавки. Блять, вылазит какой-то хер, берет наемников. И начинает нам тут угрожать. Так, и у нас с вами... Приказ. Вот это. И да благословит нас Бог. Да. Победа. Есть. С нами Господь. Занять поселение. Господа за победу. Казарма африканской городской стражи. Нам она не нужна. Может быть, поэтому мы и иберийская. Вот. Именно поэтому, может быть, мы и проигрывали. Что не могли нанимать своих солдат. Низкие налоги. Вот это. Ну, казарму вперед. Хотя хер его знает. Каменные стены. Короче, мы сделаем так. Ой, бля. Да ёпта. Колония Оредо. И вот теперь смотрите, мы... Почему проигрывали? Потому что мы не могли закрепиться по-человечески. Сейчас сделаем по-другому. Во-первых, у нас член семьи здесь. А, так, где башни? Есть! Прячемся за деревьями. Да, строим башню. Конечно. Есть. Даже вот так. Да. Строим башню. Две башни. Выступаем немедленно. Все, уже лучше. Теперь, если мы сейчас, не торопясь, точнее, торопясь очень сильно, сделаем здесь и казармы испанские, то тогда, отталкиваясь от Оредо, мы сможем вернуть себе колонии Конго и Луанду. Который, кстати, под жесточайшей осадой. Сейчас сомневаюсь, что можно что-то с этим сделать. Приказ. Ладно, все, сохраняемся. Ставим лайки, пишем комменты. Так. Ставим лайки, пишем комменты. И увидимся в следующих сериях. Всем пока.